Ребята, всем доброе утро. У нас 9:30 утра. Мы только, ну не только проснулись, где-то час назад. И завтрак у нас в 10 часов. Вот, ну так получилось, что они в связи с карантином, в связи со всеми этими проблемами, они разделили завтраки. Обычно, как бы, да, там дается одно время, там, допустим, с 7 утра до 12, а тут как бы они группами запускают. И нам попалось время 10 утра, с 10 до 12 у нас завтрак. Конечно, это не очень удобно, можно было бы и пораньше. Вот, и мы сейчас ждем. Я немножко это отошла в сторону, потому что на территории гостиницы нужно ходить только в маске. Там, где в столовой, где мы кушаем, помните, раньше ты подходишь, берешь все сам, там, ну, допустим, какие-то блюда. Сейчас около каждого блюда поставили человека, и он стоит и выдает вам, то есть он в перчатках, маске, все очень-очень даже строго, очень строго. То есть вот ты покрутился, взял себе еду, естественно, ты одел маску, идешь на свое место, садишься, снимаешь маску, кушаешь, заканчиваешь кушать, обязательно надо опять одеть маску и вот так. В бассейне, ну, это невозможно находиться в маске. А вот, ну, все, тут все строго, все соблюдается. Привет, Женя идет, он одевается. Иди сюда, покажи. О, этот Натик, это просто Натик. Это был бы не Натик. Что это ты тут нашел? Это детеныш ящерицы, которого мы вчера пытались спасти и так и не спасли. Натик его в ручки взял. У него хвост двигался утром. Утром, а что сейчас? У него лапка у него болит. Да. Дама гваньет, что? Дама? Штань, туда. Видите, тут все закрыто. Все закрыто. В таких маленьких баночках. Специально, чтобы руками никто не трогал ничего. А это что здесь такое? А это гвина или вина? А это что здесь? С луком, сыр. Вы помните, как все открыто было? Ребят, все, приходишь, все открыто, все на виду. А сейчас все в пластиковых таких баночках. Привет. Привет. Так, это что? Это какие-то соусы, я не хочу. Винегрет, соус винегрет. Так, это здесь у нас маслинки. Оливки возьмем. Где туна, мама? Ой, я думала, икра красная. А где туна? Там в углу. Селёдочка. Сейчас. Так, это салатики у нас. Йогурт хочешь? А, вот туна. Смотрите, тут и селёдка есть. И скумбрия есть. Я, наверное, туну возьму. Ну, здесь арбуз, дыня, ананас. И йогурты там есть. Короче, я набрала. Кто победил? Победила дружба. Все, уже напали на мальчика. Сколько сегодня градусов примерно? Мне кажется, сегодня легче, чем вчера было. Чуть-чуть. Вчера было очень жарко, а сегодня, ну, как-то более так получше, скажем так. Вот тут есть поляна такая, люди тут сидят, отдыхают. А мы покупали сейчас бассейн и идем на пляж опять Кинерет. Сейчас зайдем сюда. Всем отдыхающим в гостинице даются специальные талончики.
такие бумажечки, и приходишь сюда, берешь стулья и можешь тут располагаться около вот этого пляжа Кинерет. Каждый раз, как только мы где-то бываем, где-то отдыхаем, у нас постоянно происходят какие-то происшествия. Это уже в порядке вещей. В общем, мы пошли купаться на пляж, на Кинерет, вот где я вам показала. Купались, и вдруг из воды выскакивает, прям выползает огромная змея. Короче, и она прям плывет там, где люди. Это было зрелище просто вообще, как в фильмах ужасов. Короче, дети испугались, была просто нереальная истерика. Вообще, особенно вот моя племянница Ника, она очень сильно плакала. Вообще, просто, знаете, как в фильмах ужасов, я вам серьезно говорю. Вот, и вот, к сожалению, такое вот произошло. Но нам этот спасатель, он сказал, что это, эти змеи, они как рыбы плавают вокруг, не обращайте внимания, короче, они людям ничего такого не делают, все окей, все в порядке вещей. Короче, мы туда больше не пойдем, будем плавать. Вот так мы передвигаемся в гостинице. Мы сейчас идем перекусывать, так как у нас нету обеда, у нас есть только Арухат Бокер, завтрак. Обеда у нас нет, ужин у нас есть. И вот этот промежуток между обедом и ужином, для нас это терпимо, конечно, я, допустим, вообще не голодная. А дети уже закомандовали, мы хотим кушать. Так что мы сейчас пойдем в номер. Мы взяли такую, это, знаете, сухая лапша, которая заваривается. Я знаю, что она не полезна. Вот. Но тем не менее, можно один раз как-то это перебиться. До ужина у нас осталось 3 часа. Мы хотим сейчас покушать, а потом вернемся в бассейн покупаться. Я надеюсь, что дети не свалятся с ног, потому что жалко спать. Знаете, мы ненадолго приехали сюда. Вот, так что пойдем сейчас перекусим. Вот вам, пожалуйста, здесь можно и позаниматься спортом, поделать упражнения, поваляться на травке. Вот наша гостиница. Вообще кайф. Также здесь можно и заказать себе экскурсию. Смотрите, тут можно даже погладить себе одежду. Правда классно? У меня всегда с этим проблема есть. Когда я вытаскиваю с чемодана вещи, я постоянно еще потом бегаю, где погладить. Приятного аппетита! Когда будем кушать? Что у нас тут на обед? Что у тебя на обед? У меня на обед лапша и колбаса и яйцо. Ну, классно, классно. Я буду кушать свою лапшу. Тут у нас селедочка, колбаса. Все, кушаем. Смотри, какая рыба плывет. София, смотри, какая рыба плывет в зеленых шортах, видишь? Это давай его словим.
Это рыба. Это рыбка. Держи. Что вы так испугались? Она может прыгнуть. Держи. Ребята, мы опять пришли в воду, потому что Софи самая смелая, Ника сказала, что она не пойдет, и Натик тоже самый смелый. В общем, остались самые смелые. Да? Как вам здесь? Сейчас покажи, сейчас покажи. Подожди меня, сейчас я покажу мой камень. Синхронное плавание, да? Да. Вот здесь стоят люди, вот там сегодня плыла змея. Прям вот по этому мостику вот здесь вот проплывал. Я же тоже хочу танцевать. А ты? Я уже выключил. Идем. Все, ребята, всем пока. Мы идем отдыхать.